Ученики 4 А-класса сердечно поздравляют жителей всей планеты с великим праздником 9 Победы! Ура! Шалина Анна, ученица 4 А-класса. Марк Львовский, война прошла через тебя. Война прошла через тебя, как будто пуля из свинца, и вышла ранами отца. Война в глазах седых старух, кто был контужен, слеп и глух. Война в катушках кинолент, чудовищный эксперимент. Война в медалях прошлых лет, горит огонь и меркнет свет. И стынет кровь, мешает тронь, и стонет мир в разрывах бомб. А кто готовил ту войну, они стрелой пошли ко дну. Да, мертвых нам не воскресить, но те, кто выжил, будут. Романов Алексей, 4 А-класс. Анна Ахматова, мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь. Не горько остаться без крова. Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Егоренков Артем, 4 А-класс. Евгений Долгих, а я не видел деда. А я не видел деда, он не пришел с войны. Зато была победа и слезы той весны. И я весной родился, но через 30 лет за это дед мой бился, спасая белый свет. На память только фото и старые тетради. Теперь моя работа — Россию защищать. Напишет сын тетради неровную строку. Спи, брат, все в порядке с Вороной Слуцкой. И пусть могила деда от дома далеко. Не зря была победа, граница на замке. Артамонов Олег, 4 А-класс. Агния Барто, дни войны. Глаза девчонки семилетней, как два померших огонька. На детском личике заметней большая тяжкая тоска. Она молчит, о чем не спросишь, пошутишь с ней, молчит в ответ. Как будто и не 7, не 8, а много-много горьких лет. Дёшина Анна, ученица 4 А-класса. Булат Акуджава, на фотографии в газете. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо ума. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, здесь чей-то милый, здесь чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва, и было небо голубое. Была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. Во всей России обелиски, как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собой, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава. Шосток Леонид, 4 А-класс. Твардовский, Дельный. Что и говорить, был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах. Суп, во-первых, во-вторых, кашу много прочим. Нет, старик он был старик. Чуткий. Это тоже. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку выйду. Оцени, добавь чуток. Покосился повар. Ничего себе едок, парень этот новый. Ложку лишнюю кладет. Мог бы быть сердитым. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И усевшись под сосной, кашу я сыплюсь. Свой, подземлюсь. Свой. Ученик 4 класса. Петр Давыдов, я на войне. Приснилось мне, как будто я на той войне. Вдруг вижу, папа молодой. Тогда не папа мой. Такой смешной, такой худой и совершенно не седой. Среди разрывов и огня идет, не зная про меня. Приснилось мне, как будто я папу видел на войне. Идет куда-то в сапогах, не на протезах. Артем, 4 А-класс, Игорь Карпов, мальчики. В
Уходили мальчики на плечах шинели, уходили мальчики, храбро песни меря, пели. Отступали мальчики пыльными степями, умирали мальчики, где не знали сами. Попадали мальчики в страшные бараки, догоняли мальчиков лютые собаки, убивали мальчиков за побег на месте, не продали мальчики совести и чести. Поднимались мальчики по свистку в атаку, в черный дым сражений на броне покатой уезжали мальчики, стиснув автоматы. Увидали мальчики храбрые солдаты Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа.